Ежегодно 22 августа Россия отмечает памятный и знаменательный праздник – День флага. Это великий символ нашей страны – гражданской ответственности, согласия народов на основе закона и справедливости. По этому поводу в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска состоялось тематическое мероприятие. Открылось торжество со стихотворений «Юных дарований». «С ним душа моя и смысл было есть, и будет так. Многие я покоюсь отчизне за такой отменный флаг». Организаторы мероприятия немного окунули ребят в историю создания флага, а также объяснили, почему был выбран этот триколор. После чего юным каспичанам провели небольшую викторину на знание истории символа нашей великой страны. «Спокойные и чистые реки русских воды, прозрачные и светлые, как вечер зимний, и благородные и просторные небосводы, художник их раскрасил. Какой цвет? Синий. Правильно, молодцы». Завершилось мероприятие общим фото.